Пассажирам в пути нужно помогать. Поэтому появилась профессия проводник. Когда-то на целый поезд был всего один такой человек. Он объявлял названия станций, помогал донести багаж и найти свое место. Теперь проводник есть в каждом вагоне поезда дальнего следования. Он следит за исправностью всех систем в вагоне, помогает при посадке и высадке, а потом подает сигнал машинисту, что можно отправляться. И всю дорогу заботится о путешественниках. Вовремя разбудит, на вопросы ответит, чаем напоит. Работа ответственная, но очень интересная. В поездках можно увидеть столько нового.